Птичий грипп вновь может вернуться на Алтай. Наш регион находится в зоне высокого риска. Об этом сообщило Краевое управление Россельхознадзора. Последний раз птичий грипп был зарегистрирован в крае 2 года назад. И в 2017-м ситуация может повториться, по словам специалистов. Этому способствуют природно-климатические условия и пути миграции перелетных птиц. В этом году в ряде регионов Российской Федерации это уже был зарегистрирован грипп. Это так, как Калмыкия, Краснодарский край, самые ближние к нам тыла. Над Алтаем проходят пути миграции с южных регионов. Это из земли Китая, из Индии, из Африки. Естественно, с дикой перелетной птицей инфекция может занестись на территорию Алтайского края. По словам специалистов Россельхознадзора, последствия птичьего гриппа – это высокая летальность. Практически вся зараженная птица погибает, а выжившая подлежит уничтожению. Поэтому владельцам птицефабрик и подсобных хозяйств рекомендуют работать в режиме закрытого типа и предпринять все необходимые меры для охраны поголовья. В частности, содержать его в изоляции и не допускать к ним диких и синантропных птиц. Обо всех случаях падежа немедленно информировать специалистов ветеринарной службы. Напомню, ранее в связи с приближающейся Пасхой яйцо и мясо курицы в крае взяли под контроль из-за угрозы заноса птичьего гриппа.